Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия Илья Вика. Сегодня мы вяжем вот такой вот кардиганчик. Вяжем мы из пряжи Ализе Суперлана Макси. Кардиганчик у нас вообще начинаете со мной и потом вяжете на любой свой размер. Поэтому все очень универсально, просто, легко. Единственная заморочка — это росток. Вот, все остальное очень просто. И при том без швов, девчоночки. Так что, что я очень люблю, что потом мне нужно сшивать. Значит, пряжу в Украине купить можно, ссылочка под видео в описании. Состав 75% акрил, 25% шерсть, 100 метров, 100 граммах. Вот такая вот Мелир джинсы. Это именно цвет 806. Вся палитра цветов на профиле, в профиле в Instagram. Так что вы можете любой цвет выбрать доступный. Ну, в Украине. Если вы... Для моих зрителей из Украины с удовольствием рекомендую продавца «Турецкая пряжа». Ссылка на аккаунт в Instagram под видео. Страничка новая, не пугайтесь, но она полностью под моим контролем и создана для того, чтобы обслуживать именно моих зрителей, которые перейдут туда. То есть, чтобы можно было купить пряжу на ту определенную мою модель. Я постоянно на связи с девушкой, которая обслуживает эту страничку. Ассортимент будет регулярно пополняться, это все в будущем. На связи с вами будет прекрасная девушка Елена. Обратиться к ней вы можете не обязательно Инстаграм. У кого нет Инстаграма, под видео есть электронная почта, Вайбер, Ватсап, номер телефона. Как вам удобно, пожалуйста, обращайтесь. Это мои проверенные контакты, так что не пугаемся. Я на связи, я консультирую. Поэтому задавайте вопросы, мы с ней будем обговаривать. На вопросы, которые она не сможет ответить, в любом случае я на связи, я проконсультирую по поводу моих моделей, я имею в виду. Все последующие модели на моем канале будут связаны из турецкой пряжи. То есть из пряжи турецкого производства, для того, чтобы все могли эту пряжу в любой стране приобрести. Не только в Украине. В Украине я как бы рекомендую продавца. Если вы продавец в любой другой стране этой же пряжи, пожалуйста, ко мне обращайтесь. На страничке в Instagram будут регулярные розыгрыши, лотереи на пряжу, скидки. Это все планируется. Так что, девчонки, переходим, подписываемся, следим за аккаунтом и приобретаем пряжу. Не обязательно, можно только просто участвовать в розыгрыше. В общем, следите за новинками. Все полезные и нужные ссылочки под видео в описании. Значит, в чем фишка? У нас есть одна особенность. Опять же, использовать, видите, я буду спицы из этого набора, который, опять же, оставляю ссылку под видео в описании во избежание вопросов. Вот, значит, спицы у нас будет 4 пары спиц. Вот видите, я оставила одну, потому что здесь у меня соединенная. Вот в чем удобство этих спиц, можно отсоединить, присоединить, добавить, убавить, вот что угодно можно сделать с этими спицами. Значит, первая пара спиц у нас 3,5 миллиметра, вторая пара спиц, вы сейчас поймете, зачем это нужно, вторая пара спиц 5 миллиметров, третья пара спиц 6 миллиметров, и четвертая пара спиц 8 миллиметров. Так, зачем нам нужно, вот видите, я здесь связала, 3 раза перевязывала, чтобы вычислить максимально как бы комфорт, вот эту горловину, чтобы она легла, села, не было запаха, чтобы все было четко. Значит, набираем мы на самые тонкие спицы. Я сейчас вам просто образец резинки покажу, потому что вся фишка в этой резинке. А набираем мы 88 петель для всех размеров. Сначала мы набираем на спицы самые тоненькие 3,5 миллиметра. Сейчас я просто буду показывать, где я использовала такое количество спиц, потому что все держу я спицами 8 миллиметров. Я просто наберу 10 петель для образца. Значит, первым делом у нас набор качели
Так вот захватываем, потом вот таким вот образом набираем 88 петель. Я набираю сейчас штук 12. Подробно этот способ набора петель оставлю, ссылочка на видео. Вот. Далее мы делаем узелок в конце обязательно и вяжем 4 ряда вот этими тонкими спицами. Вот, мы будем на протяжении всей резинки менять толщину спиц от тоненьких до толстых. Значит, первые 4 ряда мы вяжем этими спицами 3,5 мм. Будет неудобно, но зато у нас потом ляжет прекрасная горловина, девчонки. Вот. И 4 ряда мы вяжем этой резинкой. Если не вязать, понятное дело, что резинку я не... Вот здесь вот даже видно, видите, вот один переход, вот второй переход. ВТО пока нет, поэтому он переход заметен. Значит, у нас этими спицами 3,5 мм, эти 88 петель, 4 ряда плюс набор. Спицами 5 миллиметров у нас 6 рядов, и спицами 6 миллиметров 4 ряда. Вот всего 14 рядов у нас вот эта вот резиночка. Так, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Кстати, всего 14 рядов у нас вот эта резинка. И благодаря этим спицам, видите, вот это вот все у нас ляжет. Еще же будет ВТО, поэтому у нас хорошо ляжет вот это по кругу наша горловинка, то есть краешек у нас будет больше стянут, а внутри вот это вот легко растянется и примет нужную нам форму, ту, которую нам нужно вот для этого. А потом основное вязание у нас идет спицами 8 миллиметров. Вот видите, я. Далее видео у нас будет в таком комбинированном формате, потому что многие моменты я посчитала, что на большом изделии очень плохо видно и вам непонятно, что куда. Поэтому параллельно, не параллельно, еще раз я вяжу мини-версию и доснимаю те куски, которые я посчитала, что вам будут непонятны. Это делаю ради вас. Потрачу еще один день на это, но я хочу, чтобы это видео как бы было пригодно для новичков, чтобы вы действительно смогли эту кофточку связать, потому что, на мой взгляд, она вообще бесподобная. Мне очень-очень-очень понравился результат. Это я сейчас понимаю. Мои сомнения по поводу всего этого еще будут в видео, потому что уже я его как бы сняла. Это уже как бы потом доснимаю. То есть кофту я уже связала вот в этих кусках, где будет мини-версия. Это уже кофта связана. Где сама кофта, я там со всеми своими сомнениями, непонятками и всем остальным я... как бы с вами делюсь. Вот, значит, сейчас у нас идет самое сложное, как бы кусочек самый сложный, это росток. Вот, росток я упростила, это не классический росток, как должен быть, это упрощенный росток по моей версии. Возможно, еще кто-то вяжет, возможно, никто так не вяжет, ну, вяжу я, чтобы упростить расчеты. Кто с ростком не знаком, вот используйте для начала вот эту версию, это, и, возможно, я этот кусок видео выложу как отдельное видео по ростку упрощенному. Но сейчас оно будет в рамках этого мастер-класса. Значит, у нас 88 петель, девчонки, мы делим каким образом? Сейчас вам буду рисовать здесь. Значит, 88 петель. Мы считаем 4 реглана по 2 петли. Вот они. 1, 2, 3, 4. Это 8 петель. Минус 8 петель. Остается у нас 80 петель, которые нам нужно разделить на спинку, переднюю деталь, которая делится пополам, и боковушки. Ну, боковушки — это, соответственно, рукава. Значит, как я это делаю? Посмотрите, на рукавах у меня меньше петель, потом, то есть
рукав немного уже. Это не обязательно. Можно разделить по как бы равное количество петель, если вам как бы не мешает широкий рукав, и разделить по 20 петель, 20, 20, 20, и здесь по 10 петель. Я же разделила по, вот как бы делим на 4 части, равно 20 петель. То есть изначально как бы вот подразумеваем 20 петель. Это я вам объясняю как бы сам процесс, почему у меня так получилось такое число петель. И вот от этих, от рукавов я отнимаю 6 петель и переношу их сюда. Почему именно 6? Потому что я хотела по 5, но у нас не получится вот здесь. Вот, то есть здесь, если добавить 5, то будет 25, которые мы не можем разделить на полочки. Поэтому я от этих петель отняла 6 и одну перенесла сюда, получилось 26, а одну перенесла сюда, и тоже получилось 26. Которые я разделила по 13 на каждую полочку. Вот таким вот образом я разделила петли. У классического ростка у нас там идут сложные расчеты, как бы здесь у нас петли в рукаве добавляются, здесь на переднюю деталь нам нужно больше петель. Это все слишком сложно для новичков, поэтому для этого жакета и для как бы... Вы можете применить этот способ и в детских вещах, да, вот если вы новичок, если вы только с этим сталкиваетесь и с этим как бы только знакомитесь с ростком. Поэтому я вам рекомендую именно этот способ. 4 маркера у меня, и сейчас будем вывязывать именно этот росток. Снимать этот, здесь будет такой длительный кусок. Новички, посмотрите его все-таки. Я не буду ничего обрезать, подрезать, чтобы эта часть была максимально по петельным. Понятно. Вот, значит, что у нас получается. Мы сейчас идем вот таким вот образом. Продвигаемся мы сюда. И делим наши... Вернее, вот сюда мы продвигаемся, если брать вот так вот. Мы продвигаемся сюда, вот, и разделяем наши как бы петли на регланные линии. Значит, здесь у меня 13 петель, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Далее у меня воздушная петля, которую я делаю либо вот так вот, либо из протяжки. Вот таким вот образом. Далее идут петли реглана, 2 петли. Между ними я даю маркер. То есть одна петля у нас остается перед маркером, вторая петля после маркера. Вот. И далее снова добавляем петлю реглана. Далее у нас идет рукав, 14 петель. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 14. Снова воздушная петля, хотела воздушную взять, из протяжки петля, одна петля реглана, маркер, одна петля реглана, воздушная петля. Далее у нас петли спинки, 26. 26, воздушная петля. Ой, опять воздушная. Девчонки, давайте уже, вы мне хоть напоминаете из протяжки. Лицевая петля реглана, маркер, вторая лицевая петля реглана, добавление и 14 петель реглана. Раз, два, три. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Далее из протяжки петля,
одна лицевая, маркер, одна лицевая, это четвертый наш реглан, и петля из протяжки. Здесь у нас должно остаться 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 и 13. Что мы с ними делаем? Мы провязываем одну петлю, вот здесь вот у меня нарисовано 1 1 1 1, 4 раза по одной петле, то есть раз, и провязали мы одну петлю. Теперь поворачиваемся, здесь росток мы вяжем незаконченными рядами, здесь делаем вот таким вот образом захват, то есть воздушную петлю, хорошенько ее затягиваем и вяжем изнаночный ряд. Вот изнаночный ряд мы вяжем до вот этого маркера без изменений, все у нас лицевыми петлями, из протяжки петлю тоже провязываем лицевой, все идет у нас лицевыми петлями до последнего маркера. Так, вот дохожу я до четвертого маркера. Здесь у нас после маркера одна петля реглана. Вот эта воздушная петля, которую мы дополнительно добрали. И одну петлю я провязываю точно так же, как и в лицевом ряду. То есть вот она, мы довязали сюда, вернулись. И здесь у нас вот она, одна петля тоже в изнаночном ряду. Поворачиваюсь. Делаю воздушную петлю точно так же и вяжу лицевой ряд. В лицевом ряду всегда перед маркером, вот лицевой ряд я определяю по вот этой вот ниточке. Перед маркером у нас одна петля реглана, перед ней мы добавляем петлю, провязываем регланные две петли, между ними маркер. И после реглана добавляю петлю. Здесь уже никакие петли я не считаю. Я просто делаю добавление вот по обе стороны маркера, и одна петля с каждой стороны маркера, одна петля, и вот возле нее я делаю, до нее и после нее я делаю добавление, то есть ничего, уже никакие петли не считаем. Вот она, одна петля перед маркером, из протяжки добавляю петлю, провязываю 2 петли реглана и из протяжки добавляем, и вяжу до следующего маркера. Уже можно смотреть сериал, можно не задумываться здесь, потому что здесь мы ничего не считаем. Здесь снова перед маркером добавляю петлю, лицевая, после маркера лицевая, добавляю петлю. То есть понятно, да, здесь у нас идет по 2 петли, по бокам от которых мы просто добавляем дополнительные петли реглана. Так, здесь я довязываю, ой, тоже добавляем, то есть реглан у нас 4 раза. Далее смотрим, добавила, здесь мы провязываем, одна лицевая, вторая лицевая, и мы доходим, вот здесь вот будет хорошо видно дырочка вот такая, вот перед этой дырочкой у нас находится вот эта воздушная петля, которую мы сделали. Ее мы провязываем со следующей петлей лицевой. То есть мы из основного вязания взяли еще одну петлю. Это вторая наша петля. Единичка, видите? Всего их будет 4. Сейчас она вторая. Мы ее забрали в вязание. Поворачиваем. Делаем то же самое. Такую вот воздушную петлю. И вяжем изнаночный ряд без изменений до четвертого маркера. Да, сюда. То есть по сути, если смотреть, мы вяжем вот отсюда, вот таким вот образом сюда, поворачиваемся сюда, по одной петле забираем,
сюда опять одну забираем, назад одну забираем. Ну, это я так показала, чтобы вам было понятнее. Сейчас мы продолжаем. Так, вот я дохожу до второго маркера. До четвертого. Так, вот я дохожу до четвертого маркера. Это изнаночный ряд. Я ничего не добавляю. Только довязываю до воздушной петли. Вот я же говорю, ее очень хорошо видно, так как после нее находится дырка. Ее мы воздушную петлю, она дополнительная, она в вязание не добавляется, поэтому мы ее провязываем вместе со следующей петлей с основного вязания. Вот она, чик, провязали, повернули, снова делаем одну, то есть мы опять же добавили одну петлю. Это у нас уже по два раза мы в лицевом и в изнаночном вяжем лицевую, сделали воздушную петлю, вяжем лицевой ряд, делаем 4 раза добавления регланной, то есть всего 8 раз, по 2 с каждой регланной линии. Вот они, петля, петля, добавление, добавление, и так все 4 раза. Последний, четвертый ряд. Здесь смотрим то же самое внимательно. Мы просто вяжем, не считая ничего, до воздушной петли. Вот она. Ее мы провязываем со следующей петлей. То есть мы с основного вязания добавили, вот она, одна петля. Это у нас третий раз уже, третья единичка. Поворачиваемся. Вяжем изнаночный ряд без изменений до воздушной петли, просто лицевыми. Так, довязываем опять же до четвертого маркера. Это изнаночный ряд, никаких у нас изменений. Довязываем до воздушной петли. Вот она, это у нас третья единичка, значит мы провязываем одну петлю из основного вязания, то есть провязываем вместе с воздушной петлей, поворачиваем. Четвертый у нас лицевой ряд. Так, здесь у нас в лицевом ряду не забываем, делаем добавление по регланной линии. Лицевая из протяжки. Ну, вяжем до дырочки, делая добавление. Четвертый наш маркер. Не забываем про добавление. И вяжем до дырочки. Это последняя наша как бы единичка, четвертая. Мы провязываем одну петлю с воздушной дополнительной и поворачиваем работу. Вяжем изнаночный ряд до воздушной петли. Так, я довязала до дырочки и последний раз провязываю одну петлю. Так, поворачиваем. Это уже четвертая. Да, точно, девчонки, как вы думаете? Раз, два, три, четыре. Точно, а то я что-то засомневалась. Делаю воздушную петлю, вяжу лицевой ряд, все без изменений. Единственное изменение — это в конце у нас будет уже два раза по 2 петли. Сейчас я вам все покажу,
В лицевом ряду делаем добавление по регланной линии. Здесь у нас платочная вязка, поэтому я вот придумала маркер ставить, как бы, если бы был другой узор, у нас бы было просто видно, и нам маркер не был бы нужен. А здесь нам просто пришлось вот так вот обозначить, потому что в платочной вязке эта регланная линия теряется. Поэтому, чтобы не забывать, обозначьте маркером, и чтобы вас это как бы не напрягало. Это у нас 9-й ряд, если считать по рядам. Значит, мы довязываем опять же до воздушной петли. Здесь нам нужно из основного вязания ввязать как бы в работу 2 петли. Мы вот эту воздушную петлю провязываем со следующей лицевой, как обычно, и еще провязываем одну петлю. Поворачиваем, вяжем изнаночный ряд. Вот таким вот образом мы добавили 2 петли. То есть только в этом у нас изменение. Здесь в изнаночном ряду то же самое. Мы довязываем до воздушной петли. И ее мы провязываем со следующей петлей, с основного вязания. И провязываем еще одну петлю. То есть мы забрали 2 петли из основного вязания. Поворачиваемся. Лицевой ряд вяжем. Здесь у нас уже, видите, мало петелек остается. Одиннадцатый, да, ряд, да. Вот она, опять я довязала до воздушной петли, и здесь я провязываю ее со следующей, и еще одну, то есть вторую двоечку мы добавили, это последний, как бы последний лицевой незаконченный ряд. Я повернула, сделала воздушную петлю и вяжу изнаночный ряд, и делаю последний незаконченный изнаночный. Потом мы все соединим в общее вязание и будем вязать уже ровно как бы до проймы. У каждого это число будет свое. То есть здесь у нас на этом этапе все вяжут одинаково по видео. Вот. Далее уже каждый вяжет на свой размер. До проймы, это до подмышек, как бы, и по большому счету считать нужно по ширине спинки, да, вам нужно определить ширину спинки вашу, то есть измерить по кардигану или по кофточке, или по себе, либо, ну, как бы, ваше представление, вот какая ширина должна быть. Вот, то есть мы вяжем до того момента, пока у нас по спинке не будет нужной нам ширины. Вот здесь вот это я уже отклонилась и объясняю вам. То есть главный ориентир — это ширина спинка, ширина полочки, даже не пройма, потому что пройма у нас, как бы, понятное дело, что у каждого тоже она будет ниже, чем, допустим, у топика. Поэтому здесь мы в основном ориентируемся на свою ширину спинки, ширину изделия. То есть насколько мы хотим по ширине это наше изделие связать. То есть какое оно у нас должно быть. Так, последний раз мы добавляем, это у нас 12-й ряд. Мы довязали до воздушной петли, провязываем ее со следующей петлей и еще одну петлю провязываем. Вот. И теперь уже в следующем лицевом ряду мы соединим это все в общее вязание.
Так, наше добавление, реглан, не забываем, мы делаем далее. То есть вот эти вот добавления по сторонам от маркера мы продолжаем делать в лицевом ряду. То есть сейчас мы соединим с вами это все дело. Так, здесь вот тоже в конце ряда я как бы точно так же довязываю до вот этой вот воздушной петли. Вот она у меня. И провязываю ее вместе со следующей лицевой. И далее провязываю, вяжу до конца ряда. Вот у нас. И здесь, внимание, девчонки, кромочные, мы начинаем вязать лицевой петлей. Далее мы вяжем изнаночный ряд и точно так же провязываем как бы вот здесь вот до конца ряда. И далее мы вяжем, вот сейчас вам хочу просто показать. Значит, у нас вот они, 4 регланные линии, вот уже их они начинают быть видны. Давайте покажу вам спинка, вот она, вот он один рукав между, вот видно. Да, здесь ушли регланные линии, здесь то же самое, и две полочки, на которых у нас и вывязался вот этот вот клинышек, как бы вырез горловины у нас здесь получает как бы углубление, и по итогу у нас получится вот такой вот прекрасный росток. То есть разница у нас в высоте детали спинки вот это вот как бы расстояние, вот он наш росток прекрасный, распрекрасный. Вот так вот он у нас выглядит. Сейчас на данном этапе мы вяжем до нужной как бы ширины спинки. Вот этой вот. Я на образцы вяжу чуть-чуть. Так, девчонки, вяжем мы до того момента, пока у нас, вот смотрите, определяем по спинке нашу ширину, либо одеваем на себя, вот одеваем на максимальное количество спиц, чтобы вся деталь у нас разложилась. Вот я сейчас спицы прям сниму и вам покажу, чтобы вы понимали, что у нас должно быть. Значит, вот у нас рукав, если мы так сложим, вот ширина, ну вы же понимаете, еще у нас будет подрез, ширина рукава 20, прекрасно, еще 5 сантиметров подрез, 45, да, 45 нормально, ширина рукава 45-50 сантиметров, здесь ширина у меня всего изделия 50 сантиметров, плюс 5 сантиметров подреза, и все прекрасно, то есть мне достаточно. Сколько раз у меня... Да, в принципе, и не буду даже и говорить, сколько я добавила, а может и буду. Так, что я делаю теперь? Теперь мне нужно вот эту спицу. Я сейчас переодену сюда, я просто буду отделять рукав. Вы же, либо у вас спицы отдельные будут, потому что сюда я пока одену эти временные, чтобы они здесь были. И начинаем с того, что я довяжу до рукава и отделю его. Так, вот я довязываю до... Блин, а мне ж нужно было здесь, вот видите, что я сделала? Мне вот эти вот петли до рукава сейчас нужно переодеть на вот эту вот спицу. Потому что мне вот эта спица нужна для рукава. Вот я их сюда перемещу. Я провязала, то есть переместилась до рукава. И теперь перемещаю сюда. То есть если у вас одинаковые, просто разные спицы, одинаковые спицы, то вы просто сейчас вяжете из основного полотна, а потом уже вот сейчас уже берете дополнительную спицу. У меня просто леска одна, спицы разные, поэтому мне надо их откручивать и прикручивать заново. Так, все, теперь я
на рукаве. Что я делаю? Маркер убираем. То есть я до передней детали добавила вот эти вот петли, петлю реглана. Одну я дала к переду, а одна уйдет в рукав. И сейчас вяжу петли рукава. Теперь уже у меня будет в круговую вязание чулочной гладью. Сейчас я посчитаю, сколько у меня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 39 40 41 42 у меня получается. Вот середина, там где был маркер. Теперь вот это я здесь откручиваю, возьму в работу. Эти все петли я пока оставляю и буду вязать только петли рукава. При этом мы сделаем подрез. Вот я вот так вот сделаю, их продену сюда, они вот у меня будут здесь две спицы закреплены, а я вяжу только рукав. Сейчас я наберу дополнительные петли. Так, 8 петель для подреза. 1 2 3 4 5 6 7 8 и замыкаю свою работу в кольцо и буду вязать по кругу лицевыми петлями. Рукав у нас лицевыми петлями по кругу. Все, я вяжу по кругу, ничего не добавляю, не убавляю, ровно вяжу. Когда мы довязали рукав до нужной нам длины, вот, берем все количество петель в конце, вот неважно какое, делим на 5 частей. Вот у меня 50 петель, у меня получается по 10 петель, каждая часть из 5. Я буду делать сейчас, я буду делать вот такие вот сокращения, да, чтобы у нас получился наш фонарик. Значит, сектор у меня состоит из 10 петель. Я вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 9 и 10 провязываю вместе лицевой. При этом поворачиваю вот так вот петли с уклоном влево провязываю. И снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. И снова 9 и 10 поворачиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот таких вот отсеков у меня будет 5 штук. Если у вас не делится число петель на 5, распределите равномерно, просто некоторые будут меньше на одну петлю, некоторые больше, ничего страшного. 1, 2, 8, 9, 10 вместе. Девятое, десятое вместе. 1, 2, 3, 4. А здесь вот, смотри, 5, 6, 7, 8. Теперь у нас мы уже идем на второй круг. В каждом последующем круге у нас будет уменьшаться количество петель. То есть мы провязываем 2 вместе. Теперь здесь у нас будет 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот видите, наши 2 вместе предыдущие. Снова провязываем 2 вместе.
и 7 петель. Потом у нас будет 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ориентируемся на вот эту вот полосу закрытия, то есть ориентируемся по ней. Вот. И таким образом вяжем, пока у нас не останется между вот этими закрытиями 4 петли. Так, теперь мы передвигаемся к следующему. Рукаву. Что нам нужно сделать? Нам нужно переместить вот эти вот петли на спинке, на спицу, на которой у нас... Ой, что-то у меня тут, девчонки, какой-то бардак. Сейчас. Ага. Значит, вот он рука, здесь я перемещаю петли спинки на эти дополнительные, на эту дополнительную спицу и отделяю просто петли рукава. Вот я переодела эти петельки, которые у нас до маркера. И теперь беру петли второго рукава, вот от этого маркера до следующего. И вяжу их по узору, вернее как по узору, лицевыми петлями. Да? Лицевыми петлями я вяжу до следующего маркера. Так, вот эту ниточку здесь я по длине оставлю, вдруг придется штопать. Дырочка какая-то образуется, на всякий случай я ее оставлю. И вяжу точно такой же рукав, да, сейчас я отделю его. Вот, довязала я до так называемого маркера. Вот эти петельки я снова оставляю в свободном падении. И вяжу. А, не все. Еще 8 петель дополнительных я добираю. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Замыкаем в кольцо и вяжем чулочной гладью. Вот здесь вот я делаю узелок. В предыдущем рукаве мы его не делали, потому что он у нас был, не было там присоединения. Все, я вяжу второй рукав, девчонки. На спицах у нас осталась только сушка. Я думаю о том, что видео пишется, не записала, а оно не пишется, уже сняла, наверное, минут на 15 наговорила всего. Значит, вот здесь вот мы эти закрытия делаем до тех пор, пока между ними не останется 4 петли. Далее один ряд, один круг без изменений, без сокращений. И вот эта косичка достигается за счет того, что просто закрыли петли по кругу в три сложения, нить в три сложения. Вот это вот эффект вот, такой, вот такого вот жгута на рукаве. Вот, простите меня, пожалуйста, девчонки, вот я уже присоединила наше вязание. Здесь обратите внимание, что вот эта вот полочка у нас провязана, если вы вязали со мной. А спинка у нас была переснята на эту спицу, на эту. Нам нужно ее переснять сюда, прикрепить нить после первой полочки, вот здесь вот, набрать 8 петель с подреза, провязать петли спинки, набрать 8 петель с подреза и вторая полочка. И далее мы вяжем, ой, как жалко, далее мы вяжем лицевыми петлями
можем поменять. Боже, я там нарассказывала вам, как можно связать его, а теперь уже все из головы вылетело. Что можно чулочной гладью далее вязать, можно платочной гладью вязать, можно узор какой-то пустить, можно карманы приделать. Карман тоже у меня есть. Как привязать его, чтобы не пришивать, чтобы он был ровненький, красивенький карманчик. Вот, блин, жалко. Ой, жалко, девчонки, так кусок этого видео. Ну, в общем, простите меня, пожалуйста. Есть то, что есть. Ну, что есть, то есть. Ну, ничего не сделаешь. Все, продолжаем ровно вязать. Кто как хочет, каким хочет узором. Кто хочет, то так, как у меня, вяжем лицевыми петлями. Не забываем круг. Так, и закрываю я петли. Так, когда после кромочной у нас изнаночная, мы точно так же снимаем 2 петли, протягиваем нить. Но теперь мы в кромочную продеваем иголочку сверху вниз и с лицевой стороны продеваем следующую лицевую, одеваем. Если в прошлый раз это было сзади, то далее все так, как мы и делали. По сути, вот смотрите, мы делаем с обеих сторон одно и то же самое. Если мы отворачиваем, то тут у нас лицевая петля, точно так же лицевая. Мы ее продеваем сверху вниз и вторую петлю снизу вверх. Протягиваем ниточку, отворачиваем на эту сторону и снова у нас лицевая, которую мы продеваем сверху вниз, вторую снизу вверх. Вот если у нас следующая изнаночная, то мы отворачиваем на изнанку и работаем здесь. Вот здесь вот в этой пряже петли не прячутся. Видите, здесь удобнее намного. Так что если учиться, то на таком, ага, прячутся. Все равно надо придерживать потихонечку. И в самом конце то же самое, девчонки. Вот так вот я преодолела свой многолетний страх. И я рада этому, потому что посмотрите, какая красота. Все-таки это красота. Это ни с чем не сравнится, ни с каким способом закрытия петель. Никакой. Способ, я ответственно это заявляю, никакой способ не сравнится именно с закрытием петель иглой. Все. Я счастлива, что я все-таки это преодолела и научилась. Что и вам советую. Так, девчульки, и вот. Связала я эту резинку, расстроилась, но, тем не менее, оно и не так уж и плохо. Поэтому я решила попробовать как-то сделать отделку, чтобы совместить вот эта резинка, чтобы у меня как бы была, ну, в комплекте с чем-то, да. Я сейчас попробую сделать вот таким вот образом. По кромочным пройдусь цепочкой, вот крючком, не знаю, получится ли. Крючок у меня в данный момент вот только такой. Вот поэтому вы возьмите какую-то нормальную, ну, пятерочку, допустим. Вот, во-первых, уплотнится кромочка. Я думаю, будет красиво и просто
будет кантик именно из этого цвета, чтобы как-то довершить этот образ. Ну, чтобы совместить эти два цвета в единое как бы целое. Хотя я этого, еще раз говорю, это я не планировала, это я уже приспосабливаюсь по обстоятельствам, исходя из обстоятельств. Мне обидно стало до слез, девчонки. Как я так могла? Вот как я так могла? В принципе, ничего, тогда по краешку цепочка. А ну хоть во всяком случае эти два цвета подружатся. Так, смотрите, мне уже нравится. Они два цвета подружились. Вот здесь вот не знаю, то ли закончить, то ли пройтись еще вот здесь вот так вот. Сейчас я попробую пройдусь. Вы не обязательно, девчонки. Тут не обязательно. Каждую петлю нет. Не каждую. Попробую вот так вот в каждую лицевую. Это не обязательно. Еще раз повторяюсь. Этого изначально задумано не было. Да, я пойду вот так вот по кругу и закончу у резинки, чтобы все-таки оно как-то было совмещено. Вот. Здесь вот смотрим чуть-чуть, не очень, как бы растягиваем, чтобы эта горловинка красиво кругленько смотрелась. Тут уже потуже вяжем. Так, вот я дошла до угла, потом еще вот эту штучку я продену. И сейчас смотрите, вот по горловине я прошлась. Мне нравится. Вот такой вот завершенный образ получается. Где у меня здесь кромочные. И далее я иду по кромочным вниз. То есть прошлась я практически по кругу. Начала от резинки. По полочкам прошлась. Ну, дойду сейчас. И вниз прям. Так, вот, кстати, все. Я довольна, я успокоилась. Видео будет, потому что я испугалась, расстроилась, думала, не будет видео. Будет, все. Смотрите, очень завершенное получилось, такое, как вроде бы так и надо. Пусть так и думают, кто не знает. А вы, кстати, девчонки, это уже как бы ваше решение, как вы хотите, однотонное или вот сделать так. Может, кто-то захочет сделать так именно, как я. Так, и еще что я сделаю, я еще вот такую вот цепочку провяжу на рукаве. Вот прям вот, где у меня вот это вот ободочек этот. Чтобы уж совсем было завершенное. Вот таким вот образом. Вот так вот по кругу я и пробежу, пусть уже везде будет нотка этого оттенка.
Интересно. Так. Здесь я закончу. Сейчас вам покажу, каким образом. Просто как бы завершу петельку, цепочку. Вот, видите. А здесь сейчас узелочки проделаю.